Украинский боксер Александр Усёк побил Кшыштофа Гловацки в поединке за чемпионский пояс БУ в тяжелом весе. Встреча продлилась все 12 раундов и победителя определили судейские оценки 119, 109, 117, 111, 117, 111. Таким образом, 29-летний крымчанин побил легендарный рекорд Эвандера Холифилда, который стал чемпионом мира за 12 боев. Украинцу для этого хватило 10 поединков. Боксеры начали бой с осторожных и редких обменов ударами, не форсируя события, словно присматриваясь друг к другу. Усёк отдал центр ринга сопернику, как настоящий контрпанчер, уютно себя чувствуя вдоль канатов. К третьему раунду поляк стал больше наседать, явно рассчитывая вымотать украинца, но вместо этого получил небольшое рассечение. Ближе к половине всей временной дистанции боксеры стали показывать очень зрелищный и интересный бой с преимуществом Усёка. Украинец больше двигался на ногах и выглядел гораздо быстрее своего оппонента. К концовке градус битвы повышался, боксеры стали все активнее атаковать, но все равно преимущество было украинца, который встречал точными контратаками отчаянные броски и Гловацки. Последние раунды стали не самыми легкими для Усёка. Кшыштоф понимал, что по очкам он может не выиграть, раз за разом ушел в атаку, пытаясь пробить защиту Симферопольца, но скорость Усёка не давала чемпиону мира никакого шанса. А в 11 раунде роскошная атака Усёка с размашистыми боковыми едва не завершила бой досрочно. В 12 раунде Усёк оступился и упал, но судья адекватно оценил ситуацию и не стал отчитывать нокдаун. Последние секунды прошли под диктовку Александра, которого заслуженно признали победителем.